Джентльмены, предлагаем вам выбрать капитана и двух ассистентов нашей команды на предстоящий дерби. Артем Витковский. Давид Помаланцев. Артем Дуда. Голосовал я за Артема Дедковского, потому что роль капитана ему уже знакома по клубу. Очень хорошо справляется со своими обязанностями. Я думаю, что здесь он справится не хуже. Голосовал за Артема Дуду. Человек талантливый, человек в порядке. Один из ведущих защитников. В принципе, один из самых перспективных. Поэтому отдавал голос ему. Голосовал за Артема Дедковского, потому что считаю, что он будет лидером завтрашнего матча. У него был опыт работы уже капитаном в «Спартаке», поэтому считаю, что он достоин этого звания. Я голосовал за Артема Дедковского, потому что считаю его одним из лидеров нашей команды и уверен, что завтра он будет достойным капитаном и поведет нашу команду вперед к победе. Ну, капитан, понятно. Капитан Дедковский, ассистент Давид Мамаладзе и Артем Дуда. Поздравляем! Голосовал я за Артема Дуду, считаю его лидером нашей команды. Очень рад, что выбрали меня капитаном, доверили мне пацаны этот статус. Я постараюсь их не подвести.